Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал! Не забудьте подписаться на мой канал и включить уведомления, чтобы быть в курсе последней информации и событий. Актриса Ибрагим Чиликкол вышла замуж за архитектора Михри Мутлу в 2017 году. Знаменитая пара обняла своего сына Али в декабре 2019 года. Четырехлетний брак пары, который некоторое время был на повестке дня с последними новостями, закончился. Супруги, которые какое-то время встречались с сыном Али, решили развестись по обоюдному согласию. По новостям на второй странице, пара несколько месяцев боролась за сохранение брака. Супруги, которые не смогли справиться с проблемами, нашли решение в разлуке. Ибрагим Чиликкол и Михри Чиликкол сказали «Да, счастью» на маяке Книдос Девибойну. Известный актер Ибрагим Чиликкол сказал следующее о своей жене в интервью Хирирт Хакангенс: «Моя жена – моя самая большая поддержка. На самом деле, иногда он думает обо мне больше, чем обо мне. Его поддержка придает мне силы. Это способ быть семьей. Точка для нас». Несмотря на развод, влюбилась ли она в Демет Аздемир? Это заставило нас задуматься об этом. Когда его спросили о женитьбе Демет, он сердито объяснил, что надеется, что они будут счастливы. Заявление Ибрагима удивило нас. Хаканге Мишаглу Хаканге Юэм Юшааглу – загадочный, харизматичный и честный человек из Измира. Хаканге Мишаглу привлекает внимание своей амбициозной, смелой и отважной личностью. В отличие от многих других имен Учукурова. Хакан, вы должны сражаться с умом, упорством и настойчивостью, когда это необходимо. Точка. Хакан не возвращается с войны, не остается в стороне и не приемлет никаких препятствий на пути к финалу. Его жизнь, начавшаяся в Измире, некоторое время пересекается с Демиром Яманом в Берлине, когда он учился в университете. В связи с Демиром, восходящим к его университетским годам, он развяжет темные узлы истории и перевернет Чукурову с ног на голову. Жизнь Ибрагима Чиликколя. Ибрагим Чиликкол родился 14 февраля 1982 года в Измите, Каджаэле. До того, как начать сниматься, она работала профессиональной моделью. Чиликкол, который интересовался баскетболом и играл в лиге, стал национальной молодежью. Чиликкол, который после ухода из баскетбола изучал актерское мастерство, встречает Османа Синава и становится поворотным моментом в его жизни. Он начал свою актерскую карьеру с роли выжившего Шамиля Батурая в фильме «Парс. Наркотеррор» режиссера Османа Синава. Позже он принял участие в таких сериалах, как «МАТ», «Карадалар» и «Кескин Найф». Он сыграл Джамиля в сериале «Ифет», который стартовал в 2011 году и завершился 24 сентября 2012 года. Кто такая Чукурова Хаканге Мусаглу? Хаканге Мишаглу – загадочный, харизматичный и честный гражданин из мира. Привлекающий внимание своей амбициозной, пылкой и смелой личностью, Хаканге Мишаглу – бизнесмен, сколотивший все свое богатство, в отличие от многих других имен в Чукуровой. По словам Хакана, бороться нужно с умом, упорством и настойчивостью, когда это необходимо. Хакан не возвращается с войны, не остается в стороне и не приемлет никаких препятствий на пути к цели. Его жизнь, начавшаяся в Измире, некоторое время пересекается с Демиром Яманом в Берлине, когда он учился в университете. В связи с Демиром, восходящим к его университетским годам, он развяжет темные узлы истории и перевернет Чукурову с ног на голову. Жизнь Ибрагима Чиликколя. Ибрагим Чиликкол родился 14 февраля 1982 года в Измите, Каджаэле. До того, как начать сниматься, она работала профессиональной моделью. Чиликкол, который интересовался баскетболом и играл в лиге, стал национальной молодежью. Чиликкол, который после ухода из баскетбола изучал актерское мастерство, встречает Османа Синава и становится поворотным моментом в его жизни. Он начал свою актерскую карьеру с роли выжившего Шамиля Батурая в фильме «Парс. Наркотеррор» режиссера Османа Синава. Позже он принял участие в таких сериалах, как «МАТ», «Карадалар» и «Кескин Найф». Он сыграл Джамиля в сериале «Ифет», который стартовал в 2011 году и завершился 24 сентября 2012 года. Мы подошли к концу еще одного видео.
Не забудьте подписаться на нас, включить уведомления и поставить лайк нашему видео. Увидимся в другом видео. Береги себя. До свидания.